tobą, kada to včera? Na! Я достал из кармана золотое в крапинку яйцо. Только попробуй, гад, мы ж договаривались! Компания «Доброход» Александра Ефремова. По тому факту, который нам был предоставлен, он был связан с в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, не все. Потому что это то, что может спасти наш несчастный народ. Поскольку наш несчастный народ, ну, в общем, в основной массе своей забил на спорт и качает. Готов к труду и... Как бы включить? Было большое желание. Ёперный театр. Вот это да. Катится еще крыса. Ну вот тут держитесь. Всего вам доброго. Блять. Хорошего настроения. Успели на этот самый пожар. Лесо аккуратнее. Сука! Ёбнуться, а? Вау!
Бил ёбаный по голове! Сука! Ебаный в рот, бля. Я говорю, блин, вообще становишься, я говорю это. Есть! Блин! Влетел! Совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически речь идет о том...